С Тимофеем Семеновичем мы встретились у него дома. Говорили о времени, о жизни, о семье. Родился 11 мая 1932 года в селе Белая Глина. Отец Семен Васильевич работал трактористом в колхозе «Россия». Мать Мария Григорьевна была домохозяйкой. Когда началась война, отца сразу призвали на фронт. В первый же год войны погиб под Керчью. Чтобы прокормить семью, мать работала где придется. Помогала соседям, пасла овец, доила коров. Сына Тимофея каждый день с группой подростков отвозили в станицу Калнеболотскую рыть окопы и траншеи. Работали наравне со взрослыми. Да что я, корову пас. Спасибо корову, внучка. Были в каждом дворе, так мы живые остались. Корова – это ресторан. А так бы поумирали много людей бы, от голода, от холода. В 1952 году Тимофей Семенович женился на Ирине Агарковой и уехал служить в Подмосковье. В запас уходил старшиной. После срочной службы пошел по контракту служить в городе Щербаков. Ирина приезжала навестить мужа. У пары появились сын Александр и дочь Людмила. Ну что, она работала, в киоске на почте работала. Она. Киоске была, где кинотеатр, вот тут сбоку киоска. В киоске работала. И хлеб там помогала, печь ходила ночью. Уже в Белой Глине родилась еще одна дочь Алена. Демобилизировавшись, Тимофей Семенович устроился газовиком в колхоз «Родина». Не все складывалось по жизни. Рано ушел из жизни сын Тимофея Семеновича в 2009 году от рака крови. Через два года от проблем с сердцем умерла жена. Единственная отрада пенсионера – младшие дочери. Людмила и Алена работали учителями начальных классов. Говорят, работа с детьми – их призвание. И сейчас бабушку похоронил уже, и сына похоронил. Две дочки осталось у меня. Ну, они живут, сама, я сама, помаленьку, пока. А что дальше будет, Бог его знает, внучка. Стало интересно, как Тимофей Семенович, переживший такое страшное время, относится к происходящему в мире сейчас. Да как отношусь? Это гадкое дело, внучка. Может, там что надо, я рубль дам. Или что-то такое, какую помощь надо. Я вот так, это уничтожит молодое пополнение, уничтожит людей. Да что если атом не пустить, и что хуже будет? Ты видишь? У вас есть? Плохо это дело, внучка, очень плохо. Прекратить немедленно все. Они вот не делюсь, понял? Американцы не хочут, ведь мы против сколько стран, да не воюем одни. Ну, а вы-то, я-то был тут на Украине, 3 года подряд, ездил в санаторий туда. Это богатейшая лечебница. У Тимофея Семеновича много наград за честный и тяжелый труд, юбилейные медали к годовщинам победы в Великой Отечественной войне. У него непростая и очень трогательная история жизни. Очень важно хранить воспоминания о прошлых летах. Ведь память – это фундамент, на котором строится наша жизнь.